Тракторист, он просто берет трактор, ему говорит задачу, и он это делает. Перевозит, например. Он еще делает такие линии на полях, чтобы потом посадить. Он на тракторе ездит, к примеру, в строительстве. Если нужно, к примеру, кирпичи принесли или глину, то тракторист берет, зачерпывает это своим трактором и привозит. Лактолист – это который водит лактолом. Он там вот так там рулем. Лактолист – это такой фермер, который только он не ухаживает, он ухаживает за зверушками, и на тракте он делает поле с цветами. Они рассыпают пыльцу, собирают мед на тракторах. Трактористы это делают, чтобы у них трава не росла, а овощи. Или разные там кусты, деревья. Деревья вряд ли. Нет, они там, рассыпают, там, удобряют землю. Да, только надо залить бензин на кучу. Трактор – это такая машина, которая делает грядки, делает в грядках дырки. Такой есть. Дин-дин-дин-дин. Мне бы хотелось покататься на тракторе. Можно их купить только в магазине, в салоне магазине. Трактор лучше джип, потому что он удобнее, быстрее, а тракторист просто, я его даже быстрее бегаю. Он просто вот так бежит, а я вот так пробегаю быстрее. Просто ехать, нужно прознать все правила дорожного движения. Надо не уставать, потому что если ты будешь сонный, тогда ты что-то, может произойти авария. Они садят эти овощи, потом они за несколько дней вылазят.